вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. На тебя делать, да? К нам пришел Семен Радников. То, что надо. Хорошо проросла. Просто замечательно. Либо побыстрее съесть. Прозевали, просто-напросто прозевали. И новое сделать, да? И новое сделать. Мне надо выезд сделать. Все хорошо, но надо делать выезды. Просто надо. Что сейчас? Так, значит, ты что предлагаешь, вот эту, да? Зелень. Да. Петрушка. Болгарский перец доедим. Так. Мед. Майский. Акация. Много. Что? Много. Угу. Главное, ложку там не забыть. Что-то она ломается. Прилипла. Прилипла. Ох, как он вязкий. Слушай, вот знаешь, не засахарился. Ля. Он не засахарился, то есть такой хороший, нормальный мед. Не засахарился. А вот он это. Вот это вот как бы масса, она. Сейчас тогда особо и не разобьешь. Надо прикуску, наверное, есть. Ага. Наверное, так и сделаем его в прикуску. Вот это мед. Ля. Ладно, пускай тогда мы не будем особо меда. Пускай стоит. Такс, ну что тогда. Главное, ничего не забыть там. Мы лучше в прикуску, да? Мед замечательный.
Но вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Это ряженка у нас. Все нам стало ясно теперь. Ну, думаю. Все нам стало ясно теперь. А не напрасно было. Хо-хой! Мотор от винта. Зеленый коктейль. А вдруг как в сказке скрипнула дверь. Ты нам пошел, ты мне нравишься. Ты нам пошел, ты мне нравишься. И мне напрасно было. Лапчери, горе, рабочери, лапчери, чем-то я рабочери. Лапчери, вечери, вечери. Мне напрасно было. Ну что, красотка? Ой,
Да. На зеленом лужке будет пить зеленый коктейль. На зеленом лужке пьет зеленый коктейль. А я буду тут. Кстати, немножечко как-то сладенькое. Или это от ложки? Хорошо перемолола все, да? Почему мелим два раза? Для того, чтобы все так перемолоть, чтобы вот это вот ничего там такого не ощущали. Потому что проросшую пшеницу надо жевать. Оболочка там тяжеловато. А тут все разбивается в пыль. Получился на редкость, ну-ка, твое слово, по вкусу. Хороший. Получился на редкость приятный напиток, даже без меда. С медом он был бы еще немножечко лучше. Главное, с медом не переборщить, но сейчас почему меда не положили, потому что он, видите, загустел от мороза. Чтобы хороший коктейль получился, значит, надо перемолоть проросшую пшеницу, чтобы вы там ее практически не ощущали. Далее. Творога много не брать. Сколько там я взял? Грамм там, наверное, 100, даже меньше. Пучочек зелени петрушки, как раз мочегонная будет отлично. И на почечки влияет, и вообще полезная вещь. Зеленый цвет умиротворяет. И ряженка. Вот эти все пропорции, вот примерно как я вам показывал, делают очень приятный вкус. Гутен шмек, как говорят немцы. Очень вкусно. Все съела. А кружка у нее больше, чем у меня. Так. И знаете, что это было? Это был завтрак. Все. Ждем обеда. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего!